Ну что это? Ты в эфире. Работает или нет? Да, ну я не знаю, один или два. Всем привет. Ну, ваша мама и тут, и там показывают. И тут, и там. Привет. Я просто буду тоже так. А мне нельзя отвечать просто, чтобы... Так, нужно нам тему написать, наверное, сегодняшнего... А где ее написать? Даже не помню ничего, как делать. Вот что значит карантин. Концерты пишем, тема, так? А закрепить, как это повесить? Ну, сначала комментарии отправить. Опубликовать. Туда. А потом? На него там нажать. Прикрепить. Прикрепили. Это очень тускловато все. Ой, сороконожка. Так, всем привет, доброй ночи. Да, у кого-то уже ночь, у кого-то утро. И сегодня мы начинаем нашу долгожданную встречу после долгого перерыва. Очень рада вас всех видеть. Ну, как видеть? Читать. Видеть ваши глаза, хотела сказать. Но это, конечно, не совсем глаза. Ну, в общем, дело у нас такое. Значит, предстоит нам концерт. Первый концерт, единственный после карантина. Состоится, если он еще кто не знает, в Москве 29 августа на летней веранде клуба «Гоголь». И в связи с этим, ну не только с этим, у нас накопилось много вопросов. Там еще прошлый эфир немножечко отменили по уважительным причинам. Да этот, в принципе, чуть не отменили. Но все-таки нашли плюсы в том, чтобы не отменять. И вот у нас лежит небольшая стопочка ваших вопросов. Но не только вопросов. Я потихоньку начну тогда. Вы писали нам в директ, вы писали нам, отправляли письма по почте в конверте, вы писали нам в комментариях. И вы также можете задавать вопросы здесь, в прямом эфире. Если я буду успевать, я буду отвечать. Итак, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве и родном городе. Ну, вы понимаете, что это на самом деле отдельная тема для эфира. Я единственное вкратце расскажу, что я из Норильска, северного города, это Таймырский полуостров. И мое детство, в общем-то, прошло там, чередуясь с выездами во Владикавказ, где жили у меня дедушки и бабушки. Вот так и прошло мое детство. Закончилось оно... Там же в Норильске закончилась и продолжилась моя юность или как-то отроческий возраст уже в Санкт-Петербурге. Следующий вопрос. Когда вы поняли, что хотите связать свою жизнь с музыкой? Я на самом деле до сих пор, может быть, до конца этого не поняла, что я точно хочу или не хочу. Это произошло просто само собой. Я когда-то, может быть, пару песен написала в школьном возрасте. Мне нравилось что-то там играть, сочинять на гитаре. Но я не собиралась ничего с этим никак связываться плотно. Думала, что пронесет. Вот. А затем, да, уже познакомилась, наверное, со Светой Сургановой. Она мне
намекнула, мягко говоря, что хорошо бы этим заниматься. Дальше вопрос. Какая у вас любимая книга? Что сейчас читаете? И что, по вашему мнению, нужно прочитать каждому? Вот здесь у нас всегда происходит загвоздочка. Сейчас я ничего не читаю, но все, что я помню, это Каннингем, «Дом на краю света», мне очень нравится. Кстати, есть экранизация неплохая. Затем также на меня в свое время произвел впечатление Вербер или Верберн, то есть фамилия не русская, поэтому ставить мы можем ударение как хотим. Дальше. Вы сова или жаворонок? Я глубокая сова. Полная, бесповоротная, неисправимая. Здесь, да, это я могу с уверенностью сказать. Технарь или гуманитарий? Гуманитарий. Оптимист или пессимист? Реалист. Реально я реалист. Какие качества в себе и в людях вы цените больше всего? Я ценю ответственность. Я ценю чувство юмора. Я ценю... Ну, пунктуальность можно отнести к ответственности, наверное. Я... Ну, наверное, так больше ничего мне в голову не приходит пока. Назрел вопрос. Может, помимо футбола, календарей и магнитов, можно было бы сделать... бейсболки с малогатипом группы. Если получится, то вообще было бы классно с автографом Лизы. Да, можно, конечно, сделать и бейсболки, и носки, и рубашки, и... Что еще? И нижнее белье, и постельное белье. Все это вариантов масса. А выбор свой на чем-то остановить очень трудно, сложно и непонятно. Что больше будет востребовано, что больше будет пользоваться популярностью. Так, с какими людьми вам легко общаться? Ну, как сказать, с какими? Наверное, с теми, кто мне близок по каким-то критериям, по каким-то взглядам на жизнь, по каким-то общим интересам. Легко ли вам прощать людей? Я не знаю, тоже такой неоднозначный может быть ответ. Прощать может быть нет, но я заметила, что я достаточно быстро отхожу. То есть, ну, я могу, конечно, что-то помнить. Ну, я зла не помню, я его просто записываю. В плане вспыльчивости какой-то, или там раздражительности, или гнева, или таких каких-то проявлений, я отхожу быстро. Мерч не нужен. Не нужен мерч, правильно. Зачем артистам зарабатывать? Мерч не нужен. Так, где вы себя чувствуете комфортнее? В мегаполисе или за городом? Ну, наверное, там, где живу, за городом, да. Вернее, в городе, но он же является Ленобластью, загородным таким, загородной территорией. Называется он Всеволожск. Поэтому здесь мне вполне комфортно. Добрый день, Лиза. Занимались ли вы целенаправленно вокалом? Или как из гитары школы подъезда. Кстати, в вокале тоже есть подъезды. Это такое вокальное явление, как подъезд. К ноте он тоже есть. Да, вокалом я занималась и у разных преподавателей, и занималась там, не когда-то, да, не в целях образовательных, а уже когда начала свою творческую деятельность, творческую карьеру, тогда, конечно же, я уделяла этому внимание. Распеваетесь ли вы перед выступлением? И главное, чтобы была для этого возможность. Это желательно, чтобы не было большого скопления людей, какое-то отдельное помещение. Когда это получается, то, конечно, я обязательно и дыхательные упражнения делаю, и какие-то распевки. Лиза, какие у вас... Кстати, теперь вы можете понимать, почему может задержаться начало концерта. Не подъезд, а парадный, правильно. Не подъезд, а парадный. Лиза, какие у вас любимые цветы? Я всегда отвечаю, что главное, чтобы они были живыми, не искусственными. А так, в принципе, всем цветам. У меня что только, каких только гортензий дома не растет.
Так, почему у вас нет на большой сцене и на радио? Я так понимаю, что это кто-то из наших новых слушателей. Вы новый виток женского рока. Такие тексты, музыка, даже лучше Сургановы. Материал в плеере так бомбит. Я завтра зайду к Свете. Я вас запомнила, я ей передам. Что вам сказать? Ну, наверное, это на радио мы есть, просто не на каждом радио, это может быть и неплохо. На наших радиостанциях там «Зенит» и «Питер ФМ», который является, кстати, достаточно достойной альтернативой нашему радио, мы там звучим, и не одна композиция, и очень много выбора зависит от программного директора. Это очень субъективный всегда выбор, субъективная точка зрения, и зачастую это такой родийный бог, от которого все зависит. Вот, поэтому приглашайте Сурганова на концерт, да. Интересно. Вот, поэтому, что по радиостанции могу сказать, это, наверное, такой вот ответ. Так, добрый вечер, добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, Наталья из Севастополя. Добрый вечер. Наталья из Севастополя пишет нам. У меня три вопроса. Марин, ну кто так составляет? Приемлемо ли рок-группе выступать в храме или в любом другом святом месте? Вы выступали? Мы не выступали, но я думаю, что просто для храма или любого святого места мы будем неприемлемы. Скорее всего, так, там сгорит что-нибудь. Так, можно ли судить о человеке в целом по незначительному на первый взгляд, но очень важному именно для вас поступку? Ну, я думаю, что да, зачастую вот у людей складывается впечатление по каким-то первичным, как это сказать, признакам, по первичному какому-то, каким-то первичным проявлениям, которые, может быть, когда вы человека застаете врасплох, когда нужно проявить какую-то забываю слова, надо начать читать, какую-то надо проявить. Не могу вспомнить слово. Вот. В общем, да, это зачастую это работает. Как называется индийская деревня, в которой Лиза живет зимой? Лиза живет зимой в деревне Варка. Это замечательная деревушка на юге Гоа. Гоа, как хотите, опять же, слово не русское, поэтому можем его крутить, как хотим. Мне там очень нравится, и да, действительно, уже на протяжении 10 лет, я не могу читать там, тут учитель превзошел своего ученика, так, и мне там очень нравится, и, конечно, я собираюсь опять туда поехать. Лиза лучшая. Что-то здесь, мне кажется, какая-то диверсия готовится. Так, что у нас еще тут есть? А что, там было еще какие-то вопросы, нет? Я пропустила что-то, нет? Там спрашивают все качества, которые вы цените в других людях, есть ли они у вас. А вы занимаетесь пиаром, это еще спрашивают. А как вы как-то занимаетесь пиаром? Как-то занимаемся. Да почему же? Как-то занимаемся, конечно. Лиза, вы волнуетесь. Ну, вы не видели, как Лиза волнуется еще. Так, что у нас дальше? Можно имена, наверное, не нужно было писать. Где вас можно встретить в Питере? Любишь грибы? Грибы очень люблю, особенно собирать. И собираюсь, кстати, скоро, присоединяйтесь. Где вас можно встретить в Питере? Вот концерт, если у нас будет в сентябре, обязательно приходите, там мы встретимся. Здравствуйте, надеюсь, у вас все хорошо. Скажите, пожалуйста, у моего сына есть будущее в пении. Очень интересно ваше мнение. Видео сына есть у меня на странице. Соответственно, следует ссылочка на страницу в письменном виде. Если не трудно, посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Сейчас я вам скину ссылочку, мы все пойдем посмотрим пение. Я не считаю себя компетентным вообще в этих вопросах. Там обсуждать чьи-то поэтические способности и перспективы, чьи-то вокальные. Я сама, в общем-то, как вы поняли, из подъезда,
Так, вы были в Пушкин рядом? В Пушкине рядом была, конечно, прекрасное пространство. Приходите, ну, в смысле, если там кто-то сейчас на приглашали, люди встанут в очередь. Так, расскажите о самом лучшем путешествии. У меня их столько на самом деле, но последний, конечно, вот у меня Красная Поляна сидит во мне. Я по мотивам прошлого года поехала в этом году тоже. Конечно, горы и солнце это прекрасно. С чего начинается утро? У меня с кофе начинается. С кофе. Наверное, так. Так, люди меняются в связи с чем? Это, наверное, вы писали какой-то, я здесь видела уже или не видела. Люди меняются в связи с чем? Сейчас дойдем. Я в Москве уже буду. Отлично. В Москве и встретимся. А в Москве 29 числа, да. Кто будет в Москве или рядом, приезжайте. Приезжайте, приезжайте. Любимая книга, мы уже поговорили. Пушкин рядом, Лиза была. А, просто вы между собой общаетесь. Хорошо. Лиза, здравствуйте. Как-то вы сказали, что друзей у вас немного. Вас сложно терпеть. Почему? Ну, это, наверное, нужно спросить у друзей. Ну, это, наверное, не очень будет правильно, если я буду о себе в третьем лице сейчас рассказывать. Где вы покупаете такие креативные футболочки? Какие такие, которые на мне? Да? Это я в Гуа, в Индии купила. Причем там за что-то, за какие-то смешные цифры. В Севастополе были? Нет, в Севастополе не были. В Севастополе не были. Хотя рядом могла оказаться. Так, Лиза, почему вы не на фестивале Белой ночи? В Москве в эти даты. А мы в эти даты в Москве. А в какие это даты? 29 августа. А, 29 августа мы будем в Москве, а и там мы не можем быть. Кто со мной останется этой осенью? Ну, вот и проверим. Давайте в Башкирию. С удовольствием. Башкирия. Это моя мечта. Так. Теперь перейдем к письменным пока вопросам. Подождите пока минутку. Подождите. Читаете ли вы книги? Это был уже у нас такой вопрос. Не хотите ли посетить Башкирию? Ага! Ага! Хотим. Что служит для вас вдохновением? То есть я поняла, люди не верят, что мы ответим на предварительные вопросы, и они решили меня здесь добить. Так, что служит для вас вдохновением? Это, наверное, пережитки мои какие-то, мои эмоции, это может быть просмотр фильма, это может быть сон. Это всегда очень по-разному. Да, попалась. Любите ли вы жить в палатке или все же комфорт превыше всего? Мне кажется, я люблю жить в палатке, но мысленно. Вот я могу это все представить, я могу даже представить, что я там живу, и, наверное, лет 10 назад я там, правда, прожила пару-тройку дней. Но сейчас, наверное, я уже не осилю, мне так кажется. Ну, только если в качестве наказания. А как дела? Дела отлично, готовимся к концерту. В Ставрополь планируете? Ну, не было такого как-то запроса и размышления. Привет из Беларуси, как настроение? Отличное настроение, так же, как если бы привет был из Украины, тоже из Украины привет. Читаем дальше. Вопрос нет, просто желаю. Вопросов нет. А, вопросов нет, желаю просто отличного концерта. Юля, спасибо. Любимая песня на сегодня. Что-то мне тут застревало. Застревало, застревало. В голове, но я не помню, потому что у меня в голове надолго ничего не застревает. Племянница, племянница, племянница с родителями. Вы очень приятны, не буду вас добивать, просто сделаю комплимент. Слушаю вас недавно. Спасибо. А Как ты как вы относишься к узнали? белорусским событиям? А как вы, что, кто? Вот недавно кто-то как-то Откуда сказал. вы про нас недавно узнали? Расскажите, нам будет интересно. Мы хоть начнем пиаром заниматься. Вот. Белорусским событиям, вы знаете, я, если честно, пока не успела вникнуть. Я понимаю, что это сейчас всех на устах. И я понимаю, что там происходит что-то такое очень важное, и что-то такое, чего никогда раньше не было, и вот опять. Но, ну, я далека, скажем, от политики, и если я пока не вникла в суть, то мне, наверное, сложно высказать свое отношение. А, Лиза, вопрос. На день города в Москве будете или в Питере? Да, на дне города мы в Москве будем 5, 6, 7, вот в эти даты. И хочу обратить внимание, что
заранее мы не будем анонсировать, потому как это не очень приветствуется, чтобы не скапливалось много народу. Поэтому вот сейчас, кто знает, что мы будем на Дне города, следите, пожалуйста, ищите нас по всем районам Москвы. Мы будем во многих, видимо. Какие цветы покупать, Лиза? Да, живые. Так, вопрос про рэп, что-то видела, интересный вопрос. Я последнее время, знаете, слушаю эту станцию «Страна FM», и что, конечно, там только не слушаю. Есть и приличные работы, есть, конечно, очень смешные, которые, кроме как протроллить ничего нельзя, но я рада, что я в курсе, и меня иногда это очень даже забавляет, а иногда может и вдохновить на что-то, потому что такой там очень синтез даже есть, встречается и рэпа, и рока, и ну, с кальян-рэпом у нас уже все понятно, такой, конечно, мы не слушаем. Новый Кадиллак, да, там тоже звучит иногда, я стараюсь дождаться, пока он закончится. Кто с вами рядом? Марина Старкова. Вот. Вы за аполитичный? Лиза, вы аполитичный человек? Ну, да, но есть какие-то вопросы, которые меня могут затронуть. Тут недавно мы заговорили про нашего президента в компании моих друзей. Я поняла, что они, понимая, что я ничего не понимаю, они даже слушать меня не стали, даже не обратили даже внимания, что я что-то говорю там про президента. Ну, я думаю, ну и ладно. Не знаю, был ли вопрос, когда питерский концерт. 4-летний поклонник хочет на концерт. Достал с сандалиями. Из когда? И можно ли на концерт брать таких мелких спиногрызов? Можно, потому что можно, практиковали. И точно могу обещать, что проведем. Но если не так, то в сумке, там, в рюкзаке пронесем. Мы сейчас, Ром, думаем как раз над концертом. Ведем переговоры и... В сентябре где-то он будет. Сейчас вот нужно немножечко времени, чтобы определиться с форматом, с местом и датами. Так, дальше у нас что? Я на кладбище сомнений резервирую версту. Это сильно, вы хороший поэт. Спасибо. Спасибо. Вот как. Про кладбище я писать умею, да. Горшок покупать с цветами. Да, главное не бросаться такими цветами в горшках. Так, что у нас еще? Хотите попасть на ТВ? Ну, мы, во-первых, там были. Что на ТВ в этой коробочке были уже. Можно будет у вас гитару подписать? Ну, если у вас есть чем подписать, и это будет писать и сохранится, то проблем с этим не возникнет. Так, в конфликтах я часто просто хочу дать в глаз. А какая вы в таких ситуациях? Это я такое говорила? Нет, это она говорит, а ты какая? А, это вы говорили в конфликтах, что вы можете, хотите дать в глаз? Ну, нет, у меня нет такого прям порыва залепить в глаз. Ну, я могу, наверное, накричать, там, что-нибудь сказать такое яркое, запоминающееся. Вот. Вам говорили, что вы красивая девчонка? Ну, прям девчонка не говорили, но в остальном, да, что-то такое припоминаю. Вы ведете дневник? Вам как вели когда-нибудь? Ну, нет, наверное, не дневник. Хотя, наверное, дневник тоже был очень далекие ранние времена, но были у нас эти вот анкеты все вот эти придурочные, да, там с конвертиками, с секретиками, с вопросами, да, которые нужно было обязательно всем дать, подписать, ну, чтобы все ответили. А потом посидел и вычислял, какая скотина ответила там на этот вопрос. Нет, я тебе нравлюсь? Нет. И ты сидишь и вычисляешь, кто это написал, там проклинаешь его годами. А потом, когда я уехал учиться в Питер, у меня было много таких тетрадок, и родители остались в Норильске, а потом переехали тоже в Питер. Оказывается, они все... Я говорю, ма, где вот эти все мои архивы? А она говорит, Лиз, ну мы все там собрали и выбросили. Все. Какой ваш любимый актер или актриса? В каком сериале? Ой, мне нравится вообще много наших актеров. Я ничего не понимаю в тех, которые... Голливудский и так далее. Хабенский, конечно. Конечно. Все, и дальше фамилия не помню. То есть на этом
Потом мне очень нравится вот Сергей Пускипалис, да, или Пуски, ну или может я неправильное ударение ставлю. Мне очень нравится актеры, у которых я не помню фамилии тоже, их очень много. Есть очень много молодых талантливых ребят, которых я тоже еще не выучила фамилии. Но я отечественный кинематограф очень люблю и часто очень его смотрю и интересуюсь. Но если не политика, тогда мнение о Ефремове. Легкоступова, что еще сейчас? Ефремов. Да, вот эта тема меня прям очень затронула. Очень меня затронула. Почему? Расскажу. С одной стороны, я понимаю, что вроде как невозможно поверить, да, что вот такой всенародный, любимец, известный человек там сядет за решетку, и вот сейчас так резко его карьера оборвется, а у некоторых связано там кто-то вырос на его участии в фильмах, кто-то вырос на участии в фильмах его отца. И с одной стороны, я понимаю, что все должно быть справедливо, да, и у каждого должна быть одинаковая, у всех должна быть одинаковая мера наказания, ответственности. И тут же я понимаю, что вспоминаю, что даже со мной была такая ситуация. И тут, конечно, нужно понимать и учитывать, насколько это часто случается с человеком. Были до этого случая. У меня, я не знаю, лет 15 назад, 17, у меня забирали права. Забирали, был такой безответственный поступок. Ну что, я год без прав. Ну, слава богу, ничего страшного не случилось. Меня просто остановили недалеко сразу от дома. Я не уехала. И, может быть, слава богу, что остановили. Вот, поэтому, наверное, да, ответственность... Нужно нести ответственность за такие поступки, неважно от значимости и статуса своего социального. Я думаю, что так. «Белые ночи» снимают 16 по 19 августа. «Ночные снайперы» полетели сегодня. А вы, Света, почему не там? Марин, я ничего не понимаю. Какие «Белые ночи»? Что это такое? У нас 29-го концерт. 5-го, 6-го, 7-го у нас день города Москва. Сентября. Поэтому мы не там. Мы готовимся, мы репетируем. Вы смотрите сериалы? Что из последнего произвело впечатление? Сериалы, да, смотрю. Опять же, в последнее время отечественные. Я помню, «Триггер» мне понравился. Потом я пересмотрела за карантин вообще все, что можно было пересмотреть, но я не помню опять что. Не подскажешь ты мне, да, ничего? В общем, я их смотрю. Смотрю прям запойно. Музыка возникает после стихов или стихи после музыки, на музыку? Наверное, сначала слова, стихи, да, тексты, а потом я уже с ними как-то начинаю оформлять их на что-то. Сама что-то делаешь, стиль рэпкор? Нет. Вот в каком стиле я еще ничего не делала? Это вот как раз вот в рэпкоре. Отлично. Мы будем в Подмосковье на чемпионате рэп по настольному теннису. Отлично. Правда, в Подмосковье, Олег, надеюсь приехать в Москву на ваш концерт. Конечно, приезжайте. Это все, мне кажется, по сравнению с Москвой, с размерами Москвы, все недалеко. Моя история знакомства через песню «Далеко». Стало интереснее, что за автор. Это вот мы вопрос задавали, наверное, девушке. Mm-hmm. Дальше. Это не Рома, это его жена. Ну, ничего. Так, вы пишете о себе или литературный герой? Ой, у меня на самом деле есть песни ранние, которые я себе, а есть это собирательные образы. Конечно, это не обязательно я пишу про себя. Я могу это, в конце концов, посмотреть из чьей-то жизни. Вот. Могу вообще про какого-то литературного или какого-то персонажа из фильма написать. Вообще могу выдумать. Если бы вы могли стать свидетелем любого события из прошлого, настоящего или будущего, что бы вы выбрали? Чтобы, типа, узнать и разобраться, чтобы знать это изнутри. Я даже, честно, так не... Мне кажется, я достаточно знаю
И если я буду знать больше, то просто спать буду плохо. Нет, наверное, такого мне ничего не беспокоит. А у Маргулиса на квартирник, что не были мы на квартирнике у Маргулиса. Ну, видите, кроме нашего желания есть какие-то еще, опять же, я же говорю, от программного директора все зависит, не от нас. Мы-то готовы участвовать, конечно же, во всех хороших программах, там, концертах и мероприятиях. Но не всегда совпадает желаемое с действительным. Лиза, хочу к вам на концерт в августе, к вам. К вам, к нам, куда? В Москву? В Москве как раз 29 августа. Приходите 29 августа в клуб «Гоголь». Летняя веранда, прекрасная площадка, Столешников переулок с фонариками. Очень люблю это место. Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? Ну, здесь нужно подумать. Я так в форме блиц-опроса не могу, наверное, ответить. Лиза, еще вопрос. Есть ли в планах совместное выступление с другим музыкантом? С другим музыкантом. Ну, я с целыми тремя еще выступаю, с другими музыкантами совместно. Гриша, Миша и Валера. Лиза, спасибо вам за ваше творчество. Вы хотели бы записать аудиокнигу? Аудиокнигу. То есть исполнить чье-то произведение, вы имеете в виду прочитать? Может быть, это было бы интересно читать. Я люблю вслух. Вы так часто вместе с племянницей, а сами хотите детей? Вот не знаю, вот когда я после того, как с племянницей побыла, я уже и не знаю, хочу ли я. Ваша весна на Красной площади зимой меня остановила. Меня редко цепляет музыка. Но как вкопанная стояла. Спасибо, жду 29-го. Ну вот, значит, мы не зря мерзли на Красной площади этой зимой. Значит, все-таки есть справедливость на этом свете. Вы любите природу? Храни вас Бог. Храните природу и храни вас Бог. Кому бы вы хотели попасть на интервью? На интервью. Кому? К Дудю. Хочешь? К Дудю? Да я даже как-то не думала. На самом деле много очень талантливых интервьюеров, которые не раскручены, знамениты, и могут интересно построить интервью. И очень я вижу часто как раз в каких-то массовых каналах там, и изданиях совершенно бездарные варианты. Так, вы видите сны, где вы летаете? О, это да, это я постоянно. Я летаю очень часто. Летаю я над домами, над океанами, над морями. То есть у меня такой процесс начинается так, что я разгоняюсь, я машу сильно-сильно руками, но, видимо, подозреваю, что там крылья. И лечу, то есть я прям помню это ощущение, это вот усилие при разгоне, при взмахе руками-крыльями, как я поднимаюсь. И самое для меня всегда страшное, это вот приземлиться безболезненно. То есть я начинаю падать, когда я хочу приземлиться. И вот перед падением я должна каким-то усилием сознания, чего-то внутреннего должна как-то затормозить, и в результате я мягко падаю, мягко приземляюсь на ноги, и все хорошо заканчивается. Это очень часто, то есть это с детства. Я летаю, уже думаю, когда я налетаюсь. У вас есть татуировки? Нет. Нет, татуировок у меня нет, только вчера меня спрашивали. Почему? Почему? Ну, какая-то позиция принципиальная, но обосновать прямо так сейчас не готова. Ты сильная. Спасибо. Или это наоборот. Правильное ударение. Спасибо за искренность. Лиза, у вас голос сломался или такой бархат от природы? Сломался. Я уже вся сломалась. Я не знаю, где это, где что-то сломалось в моей жизни. Не скажу про голос. Ну, наверное, всегда был низкий, но, может быть, прям не совсем такой. Как вы любите отдыхать в повседневной жизни? Тусануть где-то
либо посидеть в домашней обстановке. Вот это тоже я люблю чередовать. Иногда я люблю или посидеть дома, посмотреть кино. Иногда я люблю пройтись там по барам, по ресторанчикам. Иногда люблю сходить в баню. Иногда могу просто заняться любимым видом спорта, то есть бадминтоном. А на день города Москвы, на дне рождения города Москвы, на дне рождения Москвы, где вы выступаете? А мы не знаем пока. Мы пока не знаем, может быть, по секрету мы вам сможем сказать, если вы зададите этот вопрос в личных сообщениях ближе к мероприятию. Белые ночи — это поп-фест. Вам там быть и не надо. Понятно? Поп. Поп. А мы в храмах не выступаем. Так, Лиза, когда книгу прочитаете в эфире? Ну, во-первых, я пробовала уже читать книгу в эфире. Во-первых, я не знаю, я не знаю просто, чем бы мне хотелось поделиться, так чтобы это было интересно максимально. И, конечно, я буду отключать тогда комментарии, потому что получается, что я читаю, а вы там сами по себе общаетесь. А шо это Лиза в кубиках вся? Уже да? Нормально. Лиза, вы прелесть, спасибо. Как можно подарить свой роман? Кому подарить свой роман? Что есть роман? Вы имеете в виду литературное произведение или отношения? Как вы представляете свой идеальный день? Идеальный день — это когда я никуда не тороплюсь, когда меня никто не подгоняет. Когда я сама по настроению решаю, что мне нужно сделать. Вот это для меня идеально. Так, вы веган безалкогольный до осени? Я не веган и не безалкогольный, к сожалению. Что бы вы сказали себе сейчас, 18-летний? Сейчас я вспоминаю, что было 18. Я бы сказала, не надо, хватит, я бы сказала. Это раз. Во-вторых, еще раз бы сказала, хватит. И сказала бы, что надо больше времени уделять учебе. Так, Лиза, в Питере когда концерт? В Питере концерт в сентябре, скорее всего. Мы сейчас решаем вопрос по формату мероприятий, по времени и дате проведения. Когда можете закрыть книгу, если вам не интересно, даже супер знаменитого автора? Когда можете закрыть книгу? Не понимаю. Я всегда могу закрыть книгу, мне всегда может быть неинтересно. Меня вообще очень сложно увлечь, в этом проблема. У вас отнимали игрушки в садике? Ну, если кто и был такой, то не знаю, если он сейчас. Не помню таких ситуаций. Можно пригласить тебя на свидание? Спасибо, нет. Ну, все свидания у меня проходят на концерте. Приходите, обязательно там встретимся. Лиза, ой, что я сделала, не то нажала. Лиза, возможно ли получить аккредитацию на съемку концерта, или вы берете только знакомых людей? Только СМИ и порталы. СМИ, порталы, ну, либо напишите вот в директ в директ группы, и там уже Марина спросит у вас что-нибудь, а вы ей что-нибудь ответите, и там договоритесь. Невероятно сложно так быстро отвечать на вопросы, но вы справляетесь блестяще. Очень люблю спокойных, выдержанных людей. Я тоже люблю очень выдержанных людей. Спасибо многолетней выдержке. Так, все-таки это самый ужасный год за всю жизнь, этот коронавирус, карантин, да? Наверное, да, но скажу честно, меня, значит, единственное, что в этом всем немножечко напрягало, это невозможность там путешествовать, да, какие-то, может быть, материальные такие перемены, но безделие меня вообще не пугает и очень даже не подходит. Так, забыли? Винцом? Вот, почему? Вот, давайте выпьем, вот, всем добрый вечер, хорошего настроения. Я тоже так летаю, но приземляюсь плавно, мне 45. Так, ну хорошо, значит, 45 я тоже буду плавно приземляться. Ну, я и так нормально приземляюсь. Перефразирую свой вопрос. С кем из современных исполнителей хотели бы исполнить свою песню? У вас же есть совместный со Светой, с группой Чайф, а с кем еще хотели бы?
Видите, я как, если с кем хочу, то у меня обычно это получается. Пока, значит, нету такого, такой потребности, и запроса и желания. Да, спасибо за искренность. Так-то так, спасибо. Лиза, удалось ли записать? Сейчас начинаются вот эти вот вопросы. Удалось ли записать что-нибудь новенькое во время карантина? Нет. Лиза, а есть идея сделать этническую музыку? Смотрите, вот в линиях мы уже использовали там кое-что из этнических инструментов. Вот в «Среди мертвых и живых» в новой аранжировке там тоже есть такие фрагменты. В принципе, мне это интересно, но иногда удается воплощать. Лиза, вы любите больше кошек или собак? Собак однозначно, кошек вообще не могу понять пока. Лиза, ваши родители ходят на ваши концерты? Ходят, ходят, но не всегда, но ходят. Вы корову доили когда-нибудь? Корову нет. А козу? И пошли сейчас все с этими. Нет, я никого не доила, я видела, там меня пытались к этому забыла слово. Приобщить. Но не вышло. Сколько вам лет? Сколько вам лет? Вот сколько есть, это все мои. Мой роман, художественное произведение, мое, написано мной. А, то есть кому, как вы можете подарить? А кому, давайте по одному слову с вами будем говорить. Кому вы хотите его подарить? Когда в Беларусь приедете? Как только нас позовут в Беларусь, честно говоря, пока не знаю. Мне кажется, там сейчас не очень концертная обстановка. В наше время по... В наше время по... Или рок... А, поп или рок, все для артистов площадка. Нет выступлений, радует любое выступление. Сколько кимбилет? За кимбу, я не знаю, она, может быть, была бы тоже против, но я скажу на правах хозяйки. Ей 15 лет исполнилось 10 августа, чему мы очень рады, потому что я, честно говоря, уже не верила, что мы доживем до этой даты. Лиза, ваш любимый цвет белый? Белый, черный. Белый, черный, черный, белый. Ваши глаза цвета неба, в них столько света и добра. Спасибо. Вы бы простили измену? Начинается, а? Ой. Вы простили измену. Это так, скажем, это было в моей жизни. То есть, я, по крайней мере, продолжала отношения, но не знаю, там внутри я смогла это простить или нет. Но такой опыт у меня, к сожалению, был. Какую сверхспособность вам хотелось бы иметь? Мне бы хотелось, чтобы у меня сразу все заживало, например. Вот там что-нибудь я себе поранила, да, там голову разбила, там руку сломала. И раз, оно как у терминатора там в этих раз, все это, стеклось обратно, и все. Это очень полезная штука. СБГС петь. Это если только, конечно, в виде шутки какой-то, конечно, можно. Таких много случаев, что я хотела бы сделать ради именно чего-то такого развлекательного. Почему на YouTube-канале вашей группы подключены комментарии? Опа! Все включено. Все включено, как в Турции. Посмотрите еще раз, мы тоже проверим. Лиза, очень приятная девушка. Спасибо вам. Спасибо, что вы с нами. Ждем в Краснодаре. Краснодаре? Мы-то не в Краснодаре пока. Мы бы, конечно, тоже хотели бы с удовольствием. Мы в Сочи, в Краснодар. Лиза, вы любите йогурт? Нет, не все йогурты одинаково полезны. Каждый из нас предан кому-то или кем-то. Достоевский. Как понимаете? Я понимаю его прежде всего как писателя, что он просто поиграл со словами. Вот. Да, это игра слов. Безделье мне подходит, прикольно. Что думаете о Беларуси? Я уже рассказала, я как, не имею такого своего мнения. Чувствую, что там какой-то понимаю, что происходит какой-то переворот, что народ выражает свое недовольство и протестует как может. Наверное, это правильно. Наверное, если не остается других вариантов, путей, дорог, конечно, нужно идти на самые отчаянные меры. Очень красивая тема этнических выливаний. Делайте еще. Угу, попробуем. Так, а что вы любите готовить больше всего?
салат или что-то, как в клипе «Жуть». Тут надо, знаете, как вопрос ставить, что вы умеете готовить больше всего. Умею я готовить только стейки, сагудай, это северное блюдо из сырой рыбы, и могу еще, что могу еще? Кровавую мэри могу, и могу посолить рыбу, вот, а больше я ничего особо не могу. А я раз как Бэтмен летала с одной рукой вперед, и чем сильнее ее напрягала, тем быстрее летел. Утром проснулась, мышцы болят. Ну, можно вот, я думаю, во сне поработать. Просыпаешься, а деньги у тебя уже лежат на столе. В школе по литературе и русскому оценке. Это все у меня было пятерки, у меня было только поведение не очень приличное. Там удовлетворительное, там прилежание, вот эта вот вся вот ерунда. Зачем она вообще детям нужна, не понимаю. А так вообще все выпускные экзамены у меня сданы на пятерке. А в табеле там, по-моему, 2/4, что ли. Ну, физика, химия, что-то такое. Как Дэдпул, да, у него все заживает. Вы боец по своей натуре? Я не знаю. Не знаю, ну, с возрастом человек меняется в таких вот, в таких категоричных чертах. Сейчас не могу сказать, со стороны, может быть, виднее. Лиза, какие группы вы любите слушать, любили слушать в детстве, в юности? Ой, что мы только не слушали. Агата Кристи, кино, Крематорий, Гражданская оборона, Алиса, Наутилус Помпилиус, Чайф. В общем-то, вот такое, да, наш рок. Творческие люди летают во сне, а цветные сны в возрасте видят люди со А цветные сны в возрасте видят люди со сверхспособностями. Ну вот я не совсем понимаю, на что вы намекаете. На что вы тут намекаете? У вас... О, Господи. Так. Я, конечно, не знаю. Самое запоминающееся приключение в гастрольном туре. Их очень много. Так вот, мы тоже вчера обсуждали такой вопрос, что тебе вот говорят, расскажи байку, да, там, у тебя их целая куча, и ты не можешь ничего вспомнить, когда тебе вот так вот вопрос говорит, расскажи. Ты даже не знаешь, что из этого множества выбрать. Красное или белое? Мне кажется, это магазин рекламируется там у нас. Ароматный мир. Что вам нравится в себе? Что вам нравится в себе? Ну, нет, ну, мне нравится скромность. Встречали ли вы музыканта без образования? Конечно, конечно. Были у меня и есть. Конечно, это ни о чем не говорит. Человек может быть и талантлив, и хорошо схватывать и теорию, и чувствовать... чувствовать. Сухой или полусухой? Сухой. Сколько ты в месяц зарабатываешь? Ир! Вообще уже. Лиза, вопрос. В вашей жизни были неординарные случаи, например, связанные с потусторонним миром? Нет, у меня пока все случаи неординарные с этим миром связаны. Вот. Пока. Надеюсь. Достоевский не играл словами. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Король и Шута слушали? Ну, я, конечно, невольно слушала. Ну, как на радио звучали. Но так, чтобы на концерты куда-то ходить, на отдельные мероприятия, такого не было. А так, конечно, я была в курсе творчества этого коллектива. На велосипеде кататься умеете, любите или только мотоцикл? Я умею, конечно, на велосипеде, он у меня даже есть. Но почему-то вот не катаюсь уже второй или третий год. Лиза, вы угарный человек. Ваши юморные ответы. Спасибо. А что из музыки слушаете сейчас? Я слушаю 102. Потом, ну вот, радио слушаю. Потом рекорд иногда. Иногда наше радио, Питер ФМ. Вот так вот. Ну, это все зависит от настроения. А вообще электронную музыку люблю. Вот на Банана Стрит я там качаю себе музыку за... Забыла слово. Так, я помню только про зуб даю. Это про что я не помню.
Так, у вас отличное чувство юмора и самоирония. А какие вещи вас бесят? Какие вещи бесят? Какие вещи бесят? В себе или в людях? Тут опять же... Меня, в принципе, выбесить может любая вещь. Да, все зависит от... От обстоятельств, от того, тороплюсь ли я, от того, занята ли я, меня можно отвлечь не вовремя каким-то вопросом и огрести. Не надо отвлекать. Давайте еще почитаем то, что у нас было заранее. Какие вопросы у нас. Какой ваш любимый парфюм? Мне нравится мой Armani Prime, который утроял. Мне нравится... Ну, это вот любимый. А, в принципе, у вас есть собственные лайфхаки для восстановления голоса? Есть лайфхаки, но самостоятельно вряд ли их можно воплотить. То есть я делаю определенные ингаляции, это там с лидазой, это еще с определенными растворами. Затем это промывание, то есть я хожу к... фониатру. Вот. Потом что-то еще они со мной делали. Я уже не помню. Ну и, конечно, помолчать. Так. Вы хотели бы набить себе тату? Ну, нет. Если бы я хотела, то, конечно, проблемы никакой бы с этим не возникло. Так. 7 минут. Так, какой... Все, актер, электриса, под... так. В Москву не смогу поехать, когда в Питере. В Питере расскажу. Мама для вас это. Мама для меня это все. Но мама это мама. Я не совсем даже понимаю этот вопрос. Приветики, пистолетики. Из Башкиркостана. Приезжайте сюда с концертом. Все. Приветики, пистолетики. Мы и покупаем билетики. А, что значит подвеска на шее? Это рука держит бадминтон. Это вид спорта, которым я занимаюсь. Ой, валан. Валан держит. Вот, значит, вопрос. Аскетичность или роскошь? Аскетичность. Как смотрите на то, чтобы повторить квартирник в Москве? Повторение, это, конечно, хорошо. Так, в 2020 году или 2021 вы не планируете приехать в Екатеринбург с концертом? Планируем. Как раз вот сейчас мы на 21-й год все планируем. Лиза, был ли плодотворным карантин? Написала ли ты что-нибудь новое, может? Я пишу, Егор, я пишу, но ничего не написала. А, как пережита самоизоляция? Было ли это полезно? Это было очень полезно, я прям самоизолировалась с удовольствием. У вас очень интересный цепляющий клип «Поем регги». Планируете ли вы еще клип в таком формате? Марина сказала, что больше пока не планирую. Потому что если бы вы видели, как мы это создавали все, и сколько потратили сил, то... Вы бы нас смогли понять. Как ваше лето, Лиза? Отлично. Я была в Сочи, я была в Красной Поляне, я была же. Я же где-то была. Я не помню, но я была где-то. Когда ждать в Питере? Соскучились. В сентябре. Воронеж приедете? Ну, зависит от Воронежа все-таки, да? Я с горшком иду на концерт. Сухой брать. Вот, возьмите лучше сухой вместо цветов. Вот, это будет вообще отличная идея. Спасибо за общение, было интересно. И мне тоже. Так, а где самый классный парадный в Питере? О, это, кстати, Роман может вам подсказать. Я только про подъезды. Стрит-арт в Питере какой нравится больше всего? Какой мне стрит-арт может нравиться? Я не отвечу. Малоизвестные няшки про Питер, когда не напряжно можно зарулить при наличии свободного часика. Ну, все в кабель зайдите. Зайдите конюшенное в это вот сборище. Сборище, я не знаю, как это... Такое концентрация зла, вот эта вот конюшенная площадь. Я как-то попала, там вот играет весь рэп. Машины открыты, людей внутрь не пускают. Потом, что у нас еще? Вот открылся сейчас Лентфильм «Новое пространство». Где самая вкусная шаверма? Где-то на Литейном и в Купчино была. Ну, сейчас не знаю. Вкусная пирожковая? Не знаю, слава богу. Странные места почилить какие знаете? Странные места почилить. Ну, в связи с карантином я их просто уже не помню. Вообще у нас есть гольф-клуб во Всеволожске. Мне очень нравится. Там есть и вейк-парк, и пляж, и вообще все. Вокруг Питера какие... Ага.
особенно красивый, интересный. Мне Кронштадт больше всего. Кронштадт мне тоже нравится. У нас во Всеволожске тоже много озер. Карьеры вот есть пугаревские. Выкладываю в сторис, можете посмотреть, если будет интересно. Как там тренажер лодка поживает? Я его отдала, отплыла его обратно с вечера. Я у него брала. Далеко не смогла уплыть, потому что там что-то у меня какие-то цифры не работали. И я его отпричалила. Интересно, вы распитываетесь перед репетициями? Перед концертами, да, я стараюсь, и позволяет время. Так, Малефисент, сохраните запись, посмотрите, пожалуйста. Сохраним, конечно, постараемся. Лиза, вы интроверт? Отдых какой он у вас? Я интроверт. Отдых, я рассказываю, это спорт, это бани, это клубы, это рестораны, это бары. Это может быть просто просмотр кино. Меняются ли люди и что способно их изменить? Я думаю, что люди меняются, ну, основа какая-то, стержень остается, но какие-то качества могут измениться. Человек может стать более гибким, более сдержанным, спокойным. Я считаю, что любовь может человека изменить. Роман, тоже привет. Читаете книги? Любите читать? Не читаю. Люблю. Так, планирует ли группа быть в Москве в период празднования Дня города? Как это было в прошлом году? 5, 6, 7 мы планируем быть на Дне города, на Дне рождения Москвы. Москва. А можно на репетицию к вам попасть? Мы сами-то не всегда можем попасть на свою репетицию, поэтому не будем никому ничего обещать. Вот, мне, да, у нас синяк на брови. Если спорт, то безопасный. Спасибо всем тоже за вечер, за эфир. Приходите на концерт 29 августа. Смотрите, следите за нашими новостями. Я в них не верю, но с удовольствием читаю. С парашютом не прыгала. Нет, синяк не от этого. Там повыше еще. Повыше еще вопросы? Mm-hmm. Так. Ну какой, например? Ну вот до этого ты не ответила, где ваша чудесная племянница? Ты мощная и сильная, вперед, а? А где ваша чудесная племянница? Какое вино подарить? Чудесная племянница в чудесной семье находится. С чудесными родителями, с мамой и папой. Так, какое вино? Какое вино подарить? Так сухое, сухое. Какая она, московская публика? Московская публика замечательная. Гостеприимная, доброжелательная, веселая. И мне нравится, очень много москвичей приезжают к нам в Питер. Приезжайте чаще. На московский можете не ходить, а в Питер приезжайте. Вот. Любимые места в Поляне? Любимые места в Поляне? Я останавливалась в этом и в том году, и в этом. Тогда это был Горки Арт отель, сейчас это Ибистайл, сделали они франшизе. Мне нравится даже там, вот у нас лужайка, которая есть. Мне нравится высота 540 с улицы, там баров и ресторанов. Мне нравится дальше туда, в Розу Хутор, мы там катались на этой тележке с колесами. Там очень много, и в горные речки какие-то мы ездили. Много там очень мест. Да даже можно никуда специально не идти, а они сами появляются. До встречи 29-го. Спасибо за эфир. Очень рады были видеть и слышать. И ждем с нетерпением. И сухое какое? Ну хорошо, сухое красное. Сухое красное какое? Итальянское, грузинское или... Чилийское. Или чилийское. Любое. Или цветы. Ну все, всем пока. До встречи. Угу. Конечно, каждый день. Ну все уже. Все, всем пока. В знаке я только что говорил, я люблю наблюдать за тем, что там пишут, и находить какие-то совпадения. Но, конечно, я не могу доверять тому, что кто-то написал там где-то. Ну все, вроде успокоились. Бай. Лиза, ко дню города, может, и засети домашнее виноградное вино привезу. Ну вот другой разговор. Ну, конечно. Конечно, надо и засети везти. Я помню наше остинское домашнее вино. Спасибо за эфир.
Все, мне нужно куда-то нажать, видимо. Завершай. Все, я завершаю. Если смогу. Сохраняй. А тут только завершить видео. Ну, пока.